молитву небесных. Вокруг святая тишина, меж тем давно уж по дороге идут святые три жены. Любовь и вера и надежда в сердцах и пламена горят. И вот, как робу жизни давца, они с молитвою спешат. Христос воскрес! Святое тело возлить сердечной простотой. Пришли к гробу и пред ними прекрасный юноша предстал. В его очах светилась радость, наряд сиянием блистал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть побрал, разрушил. Кротким голосом вещал, его здесь нет уже во гробе. Поправший смерть, Христос восстал. Идите в мир и возвестите, что Божий Сын пришел с небес, разрушил адовые оковы, и дни торжественно воскрес. Христос воскрес! Бежали, и в дом Петров они пришли, о воскресении Христовом возвещали и радостную весть принесли.